Саша Север, бывший вор в законе, который даже после снятия с него короны сохранил авторитет в криминальном мире. Свой авторитет Саша Север во многом заслужил благодаря следованию многим воровским законам и честности. Также ценили Севера за то, что он является человеком слова. Саша Север старался быть честным во всех аспектах своей жизни, в том числе и в личной. От своей будущей жены Галины он с начала отношений не стал скрывать о своем образе жизни и взглядах на этот мир. А это уже серьезный шаг, так как многие люди пытаются скрыть свой криминальный образ жизни от будущих жен. Часто из-за этого они ломают судьбы женщин, которые не были готовы к такой жизни. Но на этом Саша Север не остановился, и перед тем, как сделать предложение своей избраннице, он сказал очень важные слова о том, что свой образ он менять не намерен, поэтому в любой момент его могут отправить в места лишения свободы и на очень большой срок, если будет задета его честь. Если Галина не готова, то он не будет ее удерживать силой. По поводу данных слов, в одном из интервью бывший вор в законе Саша Север добавил: «Есть мужики, которые наплетут в уши и не держат свое слово. Я там скоро выйду из тюряги, и все будет хорошо. Слово мужика должно быть бесценно». Александр и Галина обговорили все эти моменты, связанные с криминальной деятельностью Саши Севера, и только после этого он решил сделать ей предложение. Причем первоначально Север даже не надеялся на официальный брак, но Галина настояла.